Санкт-Петербурге простились со звездой белорусского вокзала Ниной Ургант. Совершено не случайно, местом проведения церемонии прощания стал Александринский театр. Всего через год актриса могла бы отпраздновать 60-летие преданной службы заведению культуры. Ургант не стала 3 декабря, вскоре после празднования 65-го дня рождения сына Андрея. Он вместе с Иваном Ургантом и приехал самым первым. Внук ушедшей селебрити присутствовал вместе с супругой Натальей, прятал глаза от посторонних и старался как можно быстрее пройти мимо журналистов. Для него эта потеря была особенно болезненной, вместе с бабушкой ведущей был не разлей вода. А что писать, особенно и нечего, 92 года, сами все понимаете, почему только она меня выбрала, ни мужей своих, ни подруг, ни многочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился. А она выбрала и начала любить, поделился в день кончины бабушки Иван в Инстаграм. Ванита, приезжай, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормят, потом чай пьем, разговариваем. Я и она, и коты, а потом у меня свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю, так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду. А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый, с болью писал он. Звездные родственники понимали, что скоро Нины Ургант не станет, но легче от этого не становится. Помимо них на прощание пришли многие артисты, друзья и фанаты знаменитости. Среди присутствующих заметили губернатора северной столицы Александра Беглова, Ивана Краско, Александра Розенбаума, Бориса Смолкина, Михаила Боярского, который не сдерживал эмоций и расплакался, произнеся душещипательную и очень искреннюю речь. «Она для меня была тетей. Это вообще член нашей семьи. Наши два клана переплелись между собой. Она, конечно, великая актриса была. Она, как мама для нас была. Ее качества самые простые, материнские, узнаваемые для всех ленинградцев. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы мама и отец знали, что я передал соболезнования. Тетя Нина – это член семьи, который ушел. Теперь очень-очень пусто, они были такие настоящие», – выступил перед присутствующими Михаил Боярский и не смог сдержать рыданий, цитирует 7days.ru. Актрису проводили громкими аплодисментами и увезли. Правда, место последнего пристанища Нины Ургант не уточняется. Семья актрисы попросила всех с пониманием и уважением отнестись к этому решению.